How often haunting the highest hilltops I scan the ocean, I sail to sea. Wilt come tonight, love, wilt come tomorrow. Wilt ever come, love, to comfort me. Я хочу спросить монаха Монтри, что такое неведение? Рамонтри, can you explain me what is ignorance from your view and from your teaching? Thank you. So, ignorance means the person does not know what he or she sees as the curio. Невидение означает, что человек, он или она, неверно воспринимает видимое. Many times when we see anything, we misunderstand. Много раз, когда мы что-то видим, мы неправильно понимаем это. Because there are two kinds of truths. One is conventional truth or relative truth. Потому что существует две, ну, скажем так, правды, и одна из них – это относительная правда, или conventional is it real, it's not real. Illusion truth. Possible to say? Или относительная, либо иллюзорная правда. And second? The second one is the ultimate truth. И вторая правда – это истинная правда, истина. Most of the time in our daily life we misunderstand what we see. So, because there are two kinds of truths there, one is conventional truth, the other one is the ultimate truth. Conventional truth is not real. Очень часто, когда мы видим какие-то вещи, мы воспринимаем их неправильно. И чтобы разобраться в этом, нужно знать, что существуют две, ну, скажем так, правды или истины. Одна правда – это относительная правда или иллюзорная правда, ту, которую мы видим в повседневной жизни. И вторая правда – это окончательная или истинная правда, истина. Most of the time we see only conventional truth. В большей степени мы используем в нашей жизни только относительную правду. То есть мы видим с уровня относительной правды или иллюзорной правды. We don't see the ultimate truth. И мы не видим вот эту вот истинную правду. So we suffer because we don't see things around us as they truly are. И мы страдаем только потому, что мы не видим вещи так, как они есть на самом деле. То, что соответствует вот этой второй истинной правде, а видим с уровня относительной правды. Then we will have to come to a specific word. That is ignorance. Ну и поэтому мы должны здесь использовать такое специфическое слово, как неведение. Okay.
ignorance means we don't see things as they truly are. Неведение в действительности означает, что мы не видим вещи так, как они есть в действительности. When we see things around us as they are, that is the ultimate truth, and that is concerning about vipassana. Когда мы видим вещи такими, как они есть, то это можно расценить как випассану. Because vipassana means seeing things as they truly are. Потому что випассана означает, что ты видишь вещи так, как они есть в действительности. So, when we see conventional truth, that does not vipassana. Когда мы видим с уровня относительной правды или иллюзорной правды, это не есть випассана. So then, випассана will arise at the moment that we see the ultimate truth. Випассана рождается тогда, когда мы видим реальность с уровня истины, с уровня того, как все есть. Then we will have to practice further or study further until we understand where is it, where do we call this is a conventional truth, this is the ultimate truth. You mean study and practice about yeah. what? Yes, we have to study. И мы должны практиковать, учиться до тех пор, пока мы явно не будем различать, где есть окончательная истина, а где вот эта вот относительная иллюзорная истина. Okay. We practice, develop, or study in order to understand these two kinds of things. То есть, в общем-то, наша практика, она должна быть ориентирована на распознавание вот этих вот двух истин. Относительное и истинное. So, different teachers, different ideas. Some of them recommend that we come and sit down, walk, lying down, meditation. А определенные учителя рекомендуют практики, которые предполагают садиться, лежать или ходить. Some teachers recommend that we don't need to do that. Другие учителя рекомендуют, что мы не должны ничего делать такого. We don't need to go sit down, practice formality like that in order to understand the two kinds of truth. И вот эти учителя, они говорят, что для того, чтобы понять вот эти вот две истины, относительную и истинную, совершенно не нужно садиться и делать какие-то вот эти формальные практики. Some teachers recommend that we don't need to go to a specific place like a meditation center, like that. Некоторые учителя рекомендуют не ездить вот в эти медитационные центры, где используются вот эти формальные сидячие практики. А what they recommend? Because our purpose is to understand what is real, what is not real. That is in regard to vipassana. Потому что нашей целью является понять, что реально, а что нереально. И именно это является vipassana. For example, if we see the ultimate truth now, at this moment, vipassana can arise. But if we don't see the ultimate truth other than the conventional truth, then vipassana cannot arise.
И, допустим, даже сейчас во время разговора, если мы видим вещи с уровня истины, то випассана рождается. Но если мы продолжаем быть в неведении, то випассаны нет. How often hunting the highest hilltops I scan the ocean, I sail the sea. Wilt come tonight, love, wilt come tomorrow. Wilt ever come, love, to comfort me. Ere of autumn, the